Всем привет! Продолжаем проходить Resident Evil 2 на уровне сложных хардкор, на заклэр. Прошлое видео мы закончили на том, что я забрал некоторые вещи, доступные были в особняке, вернулся в особняк, забрал, соответственно. Ну и что же сейчас? Что сейчас я предлагаю? Ну, думаю, теперь мне здесь делать больше нечего. Возможно, какие-то секреты я пропустил, какие-то не знаю, в общем. Но все, что я мог, все, что было в моих силах, я показал. Теперь у меня, значит, какое предложение. Ну, помимо того, что мы продолжим, значит, проходить. Хотел бы еще забрать кое-какие доступные вещи, которые открываются за счет кодовых. Есть один кодовый замок, который мы уже знаем ответ, и также есть один замок, который открывается вот данным ключом. Что ж, поехали, друзья. Что это за пленка, я не помню. Наверное, это пленка, что-то я не помню. Возможно, я... ну все верно, я не открывал одну пленку, которая вторая по счету. Оставим тогда ее здесь. Вот, ну что ж, поехали. Это пригодится, ключ пригодится. Патронов мало, в принципе, да. Но все это надо, да, оставим. Наверное, стоит заметить, что на уровне сложности хардкор все-таки патронов вот недостаточно, а жизни все-таки даются жизни, травы даются, пусть, как я и говорил, красный поменьше травы дается, но она все-таки есть. И что же еще хотел добавить, вот, а патронов на этом фоне как бы мало, поэтому туго здесь именно с патронами. Но самое сложное еще впереди. Может быть, случится так, что последнюю часть игры я буду проходить, а жизни у меня не будет. Посмотрим, в общем, что будет. Пока все играбельно, все несложно. Вот. И скажу так, все интересно. Интересно играть. В общем, не настолько пока хардкорно это все. Так, ага. Надо вернуть в исходное положение и теперь использовать. Что же здесь дается, я не помню. Глушитель. Не сюда, наверное. Вот сюда. Ну, наверное, мощнее автомат не стал. А что еще можно что-то... ну давайте соберем жетон, хотя его можно выбросить. Ну, выбросим, когда места не будет, на что-то там выбросить всегда успеем. Первое прохождение, когда я делал, вот патроны забыл взять. Когда я проходил на нормальной сложности, я вообще, ну, ни ключи, ничего не выбрасывал, потому что, ну, вдруг выбросить это какая-то обманка. Ну, в итоге я не нашел то, почему их не надо было выбрасывать. В итоге как бы я зря их хранил. Ну что ж, здесь я уже много убил, много. Здесь один валяется подозрительный у меня был. Он может встать, но пробежим вот так мимо. Так, вот он ключ. Ключ используем. И скорее всего этот ключ уже не нужен. Да, как я помню, он две двери открывает. Этого достаточно. Что ж, лента, порох. Ну вот, неплохо. Уже вот и порох появился, и еще побольше. Вот, так, что у нас здесь есть еще что-нибудь? Нет, ничего нету. Предлагаю теперь спускаться вот вниз. Я не помню конкретно, куда именно идти. Хотя один здесь, если один находится вот там, фигурка эта, пешка. Ну, шахматная фигура, в общем-то, не пешка, а вообще фигура, может, там не пешка. Так, знаете, давайте я выбросить, да. И выбросим вот это, выбросить, да. Ну, отлично. Так, секундочку.
Так. Так, а что у нас здесь? У нас здесь патроны. Мощные патроны. Автомат патроны, да. Порох. И вот это еще надо. Так, ну что, что ж здесь? Что у нас здесь? Средний канал, да? Я бы, конечно бы, я сидел бы на попе ровно и никуда бы не ходил. Потому что, как я уже говорил, я не фанат данных зомби, что вот здесь находится, да? Есть что-нибудь? О, о, есть. Отлично. Но с другой стороны... Здесь мы должны поехать вниз. Оно нам надо. Не помню. Ну, поехали. Поехали. Поехали вниз. Может быть, я зря это сделал. А я это сделал зря. Потому что я здесь уже был. Твою мать. Да. Но. Но. Здесь у нас все. Так, лифт. Лифт нас приведет к пешке. Ну, к фигуре шахматами, да? Отлично, отлично. Вот, единственное, что не понимаю, это почему меня так мало. Я, наверное, где-то, может, сумку пропустил. Или на этом уровне сложности действительно сумок не так много. Почему-то мне казалось, что... Прохождение без АКР у меня до Зазалена тоже сумок было побольше. Уже собрано, то есть куда положить. А здесь как-то у меня совсем, ну, тухло, что так сказать. Так, ну, от чего не убежать, от того не убежать. Что ж. Вот. Может быть, бежать быстро? Бежать быстро. А куда нам бежать? Нам, скорее всего, вот на данный. Вот на данную лестницу надо. Либо сюда. Ну, вот это уже не помню. В общем. Но побежали тогда. Чё? Что ж поделаешь? Ага. Так. Вот, вот он. Один убит, другой отдыхает. Травы нету, все собрал. Так, ну здесь я все собрал, да? Пойдемте вверх. Сейчас, значит, что мы будем делать? Сейчас, скорее всего, придется идти на сложную территорию. А вот, друзья, как попасть? Как попасть... тому сейфу, я пока не знаю. Но предлагаю пока собрать все, да, то, что нам нужно. Так. И одно я еще скажу точно, это то, что надо бы сохраниться, потому что я не хочу, просто там сейчас будет сложно, если я проиграю, не хочу все перепроходить. По миллион раз. Лучше сохраниться. Есть возможность, сохранимся, да? 9 лент, я думаю, нам еще ленты будут давать, а с учетом того, что... С учетом того, что игра уже, ну, за экватор, может даже больше, чем экватор пройден, то можно разочек и сохраниться вот так вот. Толком не сдвинувшись с места. Так, ну и что теперь? Что теперь? Куда мы направляемся? Значит, ну, направляемся мы выпить кофе. Один глоточек. Ага. Что ж, насморк еще. Поехали, в общем, дальше. Так, ну тут ничего не было, да? Тут у нас ничего не было. Я все, я понял, куда идти. Есть еще территория, куда надо направляться. Это как раз я вот ходил сюда и вам говорил, что это мы будем проходить потом.
Ну вот это потом и наступило. Что ж, так. Здесь все собрано, там у нас поломанная дверь. Ну давайте спускаться. Ну нас ждут отвратительные создания. Да, жуткое местечко однозначно. Вот вы... Я что хочу сказать? Сейчас... Сейчас. Да, сейчас, короче, не лучший вариант. У меня 4 патрона, да? И там. И сейчас посмотрим. Посмотрим, что вообще будет происходить. Вот. Вот это вот создание. Вот не получилось пробежать. Ну давай, давай. Один. Так, идем, идем, идем. Ну, 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 пробел, 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 пробел. Есть. Вот. Один убит. Но какой ценой? Ножик. А, ножик можно забрать, наверное, да? Отлично. Даже забрав ножик, это не делает нас сильнее, потому что патронов нет. Ну, патроны есть, у нас пороха еще в принципе достаточно, но сейчас патронов нет. Вот, вот, сейчас придется... Это помогло. Одно скажу точно, это помогло, но... Вот этого я бы не хотел. Так, давай. Вот два убита, но, наверное, еще появится. Еще один появится, скорее всего. Здесь вот патроны появились. Так. Да, туго. Туго, в общем, с патронами. Есть вот еще один, да? Жуткие твари. Так, а вообще нас что-нибудь пропустили? Мы не, смотри, все собрали, отлично. Хотя, конечно, ожидал, что пропустили. Может, патроны приятно было бы потом их подобрать. Так, все буду смотреть, все, что могу, осмотрю. Так, красная трава. Сразу объединяем. Очень-очень рад видеть красную траву. Ну и вот, пошло-поехало. Так, значит, ну, что ж надо делать? Я не помню. Ага, вот сюда. Ну все, сейчас соберемся. Сейчас нам будет долго и мучительно бегать туда-сюда. Ну, не мучительно, но... Может, сейчас патроны посмотрю. Вот, синяя. Объединяем, отлично. Отлично. Так. Давай, родненькая. Что ж, теперь... Что-то я, кажется, не то сделал, или то. А, нет, то. Я все то сделал. Теперь... Мы забираем вот данный.
Так, смотрим теперь. Ну, здесь еще этот электрошокер или что это точно, я не помню название. Ну вот. Вот тебе можно пробежать. Давай, Клэр, вставляем и забираем пушку. Место есть. Электропушка стреляет металлическими стержнями на проводе, которые бьют цель электрическим током до тех пор, пока вы не опустите оружие. Удерживайте правую кнопку мыши и будете держать цель в поле зрения. Но если вы пропустите через провода слишком много тока, после сильного импульса они перегорят. Ну вот так вот. Вот такое вот оружие. Ну, мне, например, огнемет Леона нравится больше. Вообще, огнемет, дробовик. Да, гранатомет, он хорош, но мне кажется, он не так эффективен, как дробовик Леона. Так, а теперь что? Теперь сюда? Да? Нет? Нет? Или да? Не помню. Я взял там. Да? Взял там, а где я еще? Я нигде еще не брал больше. Что-то какую-то фигню сделал. А что я здесь собрал, а здесь нет. Погнали. Так, вот теперь я и здесь должен взять, да? Да. Открываю здесь. Открываю здесь, открываю там, забираю здесь. Не то поставил. Так. Открыл. Теперь сюда. Ну вот. Молодец, Клэр. Молодец. Так, ну что ж. Ну а теперь, да, самое сложное. Вообще теперь самое сложное осталось. То есть, вот, например, надо. Смотрите-ка, с одного выстрела убивает. Но, наверное, я эту пушку не оценил с самого начала, когда проходил второй раз за Клэр, потому что я сначала не понимал вот это удерживать. Я, ну, плохо просчитал, может быть, да? И не был... Давай. Вот этого я не умел. Я думал, что это оружие, оно, ну, неэффективное, бесполезное. А потом, когда я уже проходил, был на комплексе, ну, лаборатория, в общем, Umbrella. Вот, то, поиграв, я это осознал, что я видел, что, ну, подсказку давали, что надо удерживать там кнопку. Я только потом ее заметил, эту подсказку. Вот, и мне понравилось это оружие, оно помогало во всяком случае против тех, вот, против тех этих зомби, которые были с листвой, вот эти вот. Так, ну что ж, я поранился, ну, как поранился, считаю мертвый. Да, ну, давайте использовать, что... Для чего они нужны? Так, ну что? Теперь что мы имеем? Мы имеем 7 патронов к этой пушке еще здесь есть. Есть зажигательные кислотные, есть
Ну, бесконечные патроны их не учитываю. Гранатомет. Я даже не знаю, что мне делать-то. Зеленые травы вот в волю. Так, а я знаю, что мы будем делать. Ну, пока мы положим. Хоть что-нибудь, да? Может быть, все положить. Сейчас возьмем еще. Так, вот это вот выкинем. Значит, что я предлагаю? Я предлагаю открыть данные двери. Но позже. Я понял, что мы будем делать. Как я и говорил, мы пойдем за сейфом, откроем тот кодовый замок, который находится на верхнем этаже, наверное. Вот эта комната. Вот этот вход. А откуда он ведет? Он ведет. А как же туда попасть? Я и не помню. Где мы не были? Ладно, пусть посмотрим. Может, это я впустую бегаю сейчас. А может быть и нет. Но надо посмотреть, что там, забрать. Ой, только я не помню, как туда добраться. Ну, отлично, да? Вот верхний, да, уровень. Вот мастерская, камера, подача воды. А вот кофе в руках, глоточек один. Угу. Ну что ж. Ой, патрон. Я не хочу использовать те патроны. Но мне приходится. Так, и что мы теперь делаем? Теперь. Давай, вот пойдем сюда, вот. Вот, допустим, что я представлю, что данный вход — это вот этот вход. Не буду даже париться. Пусть потратим патроны. Те самые золотые, которых... Он еще и живой, сукин сын. Я забыл еще одну вещь взять. И я думаю, это мне аукнется. Вот. Там еще был один зомби. Да? Один должен был. Он поднимался, а я... Так, а где? Вот они. Заряд один. Бумажка. Копия письма в офис Umbrella. Директор Лоунс. По всему Nests раздается сигнал тревоги. Не знаю, что происходит, но я слышу стрельбу и не могу связаться со своим руководителем. Мы застряли в западном крыле. Прошу, скорее пришлите кого-нибудь на помощь. Директор Лоунс. Ситуация вышла из-под контроля. Nest заражено вирусом. Поверить не могу. Защитные меры не сработали, будто их не было. Диверсия извне — единственное возможное объяснение. Но почему? Майер и Ким мертвы. Никак не могу откашляться. Почему вы не отвечаете? Вы? Так это ваших рук дело. Да, наверное, так и есть. Теперь. Так. Если не ошибаюсь. S. Jazz. Так, это не... Сейчас, просто я вот там был, какая-то буква одна, я не помню. Отлично. Так, ну вот, вот пришел ради того, чтобы... Ради патронов, вот. Получается 100 патронов.
Но 50 потратил. Так. И плюс еще патроны взял вот зажигательные. Ну и отлично. Так, теперь что мы делаем? Подумать надо сейчас. Откроем. Откроем данную дверь. Я тогда возьму все фигуры шахматные. Достаем. Достаем. Так, отлично. Так, и читаем. Сначала надо вот это сделать. Изучить. Король. Ферзь. И ладья. Так, и что ж, определенно, ладья и конь на одной стене. Ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом с друг другом. Но это не значит, что они на одной стене. И еще. Ферзь и ладья были напротив друг друга. Так, ладья и конь на одной стене. Ну, конь, да? Вот указано, что конь, да? Используем. Отлично. Еще раз читаем. Ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом с друг другом. Так. Мы можем ладью поставить еще на данную стену. Например, вот сюда вот. Король, ферзь, ладья, да? Напротив ладьи был кто у нас? Ферзь. Вот сюда ферзя поставим, да? Вот он. Здесь у нас есть все нормально, здесь все нормально. Ладья и конь на одной стене. А я что-то не то. Так, это вот конь. Вот ладья, допустим. Вот у нас король. Так, еще раз. Ладья и конь на одной стене. Не на одной стене, а слон и ферзь не рядом с друг другом. Значит, надо слона вот отсюда вот. А поставим сюда вот короля, например, да? А вот сюда мы поставим ладью. Или не ладью, а... Господи, я в шахматах очень плох. Вот это вот что у нас? Ну, неважно, неважно. Не будем вникать в подробности шахматной игры. Так. Теперь предлагаю на этом. На этом я предлагаю закончить именно с канализацией. Я не все собрал. Я вот, например, патроны не взял, которые мощные, да? Я не взял еще... Что это у нас? А, это у нас здесь открывает вход. Я здесь как все. Вот что-то я еще здесь не взял. Скорее всего, траву эту синюю. Не взял синюю траву. Ну и брать ее не буду. Там этот зомби лежит. Он... Встанет обязательно. Ну и что ж, сохраняю. Сохраняю. Достаю, значит, зеленую траву. Один баллончик спрея оставим, да. И с этим пойдем. А пойдем с этим. И первая попытка. Первая попытка уничтожить. Босса, который нас ожидает впереди. Так, простите, секундочку. Время у нас... Угу. Что ж, глоток кофе. Угу, погнали.
Так, синяя трава. Будем брать. Будем брать. Дверь это не открывается. Подача. Я даже проверять не буду. Сразу знаю, что там ничего не подастся напряжение. Так, смотрим. Теперь я все собрал. Нет, не все. Что-то я не собрал. Что-то я пропустил. А, о, господи, как я мог. Зеленая трава. Ну вот, у нас есть зеленая трава, у нас есть, значит, даже сохранялочка одна. Патронов может быть мало, мало, да, но первый раз сейчас попробуем. Так, что, теперь красная трава. Отлично, вот нам прямо дали коктейль сделать перед боссом. Смотрим, здесь еще что-нибудь есть. Я, кстати, хочу сказать, что я ни одного мистера енота не убивал, проходя игру. Ну, то есть в канализации именно. Может быть, их здесь и нету, я не знаю. Но не убивал. Так, здесь смотрим. Ага. Ага. Так, ага. Вот, отлично. Открыли. Ну и где наш друг сердешный? Сейчас будет друг. О, черт. Ага. Вот он... А, лучше не подходить. Он интересный. Он, если мы... Если мы подойдем, наверное, он немало жизни снимет. Но поэтому мы рисковать не будем. Так. Вот, вот это вот. Вот это я больше всего боялся. Не, смотрите, бежит. Бежит. Отлично, и даже не... А вот теперь будет хромать. Теперь будет хромать. Это очень печально. Ну ничего. Так, 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 давай, давай, давай. Отлично. Погнали, погнали. Надеюсь, он меня не поранит. Давай, давай, давай. Не поранил. Так и знала, что ты не сдохнешь. Он очень быстро бежит. Очень быстро. Я уже весь в предвкушении моей смерти. Давай. Я... уже в предвкушении моей смерти. Так, рано, господа, рано. Так, здесь я видел патроны. Давай. Ага, Клэр, молодец. Ой, ой. Ой, родненький. Давай, давай. Бей, пожалуйста, пожалуйста. Ну, продолжает, продолжает сопротивляться. Вот это вот плохо. Но, мы целы, мы целы. Ой, я зря это сделал. Так, меня не зацепило. Ну что ж, получилось с первого раза не умереть, пройти.
Прости меня, Шири. Быстрее не получится. Ничего, Клэр, ты и так молодец. Так. Здесь, наверное, мы все собрали. Да, все собрали. Теперь пойдем. Пойдем теперь на поезд сядем. Как я помню. Так, провис он небольшой. Ну ничего. Шерри, мама с тобой. Шерри. Шерри, ты меня слышишь? О, нет. Шерри. Клэр. Шерри, ты в порядке? Что ты делаешь? Я хочу помочь. Шерри заражена. Ее уже не спасти. Что? Ты шутишь? Ты же ее мать. Быстро иди сюда. Ты не понимаешь. Вильям все еще где-то там, и его не остановить. Разговор окончен. Стой. Стой. Я могу помочь ей. В лаборатории. Это недалеко. Мамочка? У нас мало времени. На кону миллионы жителей. Миллион жизней, господи. Шерри, мама очень тебя любит, милая. Прощай. Черт тебя дери. Ты что, шутишь? Шерри, не беспокойся. Я добуду все необходимое. Почему ты это делаешь? Потому что мне не наплевать. Спасибо, Клэр. Идите в лабораторию. Пойдем. Так. Так, ну это не сюда. Она сказала, ее лаборатория недалеко. Стоп, это фуникулер? А куда я иду? Господи. Быстрое решение спасти девочку. Держи, Шерри. Все будет в порядке. Я уже рядом, Шерри. Мы уже рядом. О, отлично. Фуникулер. Фуникулер. Фиг знает даже, как произносится. Вот, сюда. Ложись. Держи, Шерри, ладно? С тобой все будет хорошо. Но не похоже по ней, что у нее все хорошо будет. Ладно, нужно все проверить. Пути назад нету. Так. Поехали. Фуникулер или... Ай, даже не знаю, как это произносится. Эй, ты как? Какая теплая у тебя куртка? Ее мне дал брат. Она вроде как приносит удачу. Не знаю, что бы без тебя я делала. Шутишь?
У тебя все было отлично, пока я не пришла и не тянула тебя во все эти неприятности. У меня тут твоя вещица. Не хочу. Правда? Почему такая красивая? Это мне мама подарила на день рождения в прошлом году. А я просто хотела, чтобы она чаще бывала дома. И знаю, тебе кажется, что твоей маме все равно, но... Ну, эй, Шерри, иди ко мне. Эй, держись, ладно? Станция Нест. Ну вот, и добрались до станции. Все хорошо, я с тобой. Давай. Станция Нест. Так, ну а что, мы можем, например? Нет, не можем. Может, где этот сидит? Нет, как не сидит. Мистер Енот. Я найду лекарство. Держи, Шерри. Все хорошо. Да, конечно, все хорошо. Другой бы на ее месте человек уже бы умер бы, конечно. Ну, точнее, получил бы вторую жизнь, более отвратительную. В целях безопасности не подходите к дверям, пока они полностью не откроются. Так. Так. Добро пожаловать, Нест. Желаем приятно провести время. Забавная фраза. Здесь приятно будет время проводиться, это уж точно. Ладно. Вот так. Так, и что теперь? Здесь должно быть хоть что-то. Антивирусный препарат. Вот, это точно поможет. Эй, Шерри. Мне надо идти. А ты побудь здесь, хорошо? Я скоро вернусь, обещаю. Браслет. Так, ну браслет мы пока брать не будем. Нам некуда просто его даже ложить. Или класть. А вот здесь вот есть местечко. Есть местечко. Да, мы сейчас все и сложим. Так, нормальный нож сюда. Патроны топовые сюда. Так, теперь пушку топовую. Ну, давайте на время мы ее уберем. Не будем с ней бегать. Сюда. Вот, ну, вот так пока. Сейчас еще товар наберется. И мы посмотрим, что еще скинуть. Журнал комнаты отдыха. Тоби Джексон, вход и выход такое-то время. Сара Такахаси. Уолт Пейдж. Значит, Энтони Уайт. Сириал Арчер. Дезмонд Вок. Уэйн Ли. Уэйн Ли, и выхода нету, да? Ну вот. Но мне пока это, в принципе, это ничего не говорит, да? Так, и что теперь мы будем делать? Теперь мы зайдем обратно. Соберем все подарки. Так, браслет. Так, посмотрим, что здесь у нас есть. Внимание, тревога в гнезде. Из инцидента в Северном крыле всему персоналу гнезда необходимо немедленно применить антивирусный агент Дьявол. Дьявол – единственный способ предотвратить Г-мутацию, или G-мутацию, лучше сказать. Если вы заражены G-вирусом, немедленно обратитесь за помощью, чтобы своевременно выявить и уничтожить G-клетки в вашем организме. Данное письмо рассылается автоматически в случае чрезвычайной ситуации. Не отвечайте на него. Так, что здесь еще у нас? Ну, у нас патроны здесь есть, да? Один. Один патрон. Курочка по зернышку клюет. Поэтому один патрон, это если все везде так пособирать, то, может быть, наберется на гранатомет патронов. Так, карта лаборатории. Ну что ж, карта есть, цель есть.
патронами, ну, не полны, но немного есть. И что ж, в итоге я предлагаю закончить пока данную серию, вернуться в следующий раз, где мы будем проходить данное крыло, да? Вот здесь, вот там нас ожидают друзья зомби, и их будет немало. Но потихонечку пойдем, вот потом вот лизуны еще будут друзья наши здесь в дальнейшем, да? То есть, ну, 2/3 игры, я, наверное, думаю, мы уже прошли. Соответственно, можно смело сохраняться, да? Сохраняться, вот, канализация, перезаписываем. И на этом прощаюсь. Всего хорошего, друзья. Кто смотрит данное видео и кому нравится, подписывайтесь. Я еще буду снимать. Может, буду экспериментировать с жанрами, которые я играю, да? Особенно касается тех, кто не про геймера, а просто любит отдыхать. Я буду демонстрировать некоторые игры, например, жанр стратегия, да, который я очень плохо знаком, но как новичок буду показывать, как я играю лично, да. Ну, в общем, вот на этом я заканчиваю. Спасибо тем, кто смотрел, за просмотр. Всего хорошего, друзья.